С 20 по 26 января Комитетом по контролю в сфере благоустройства было проведено 306 проверок объектов розничной торговли, автостоянок, АЗС, объектов социальной сферы. Выявлено 43 нарушения. Это 14% от общего количества проверок. Нарушений достаточно много. В основном нарушения по магазинам. Из 115 проверенных объектов в 32 случаях зафиксировано нарушение, вынесены представления об устранении нарушений.